Собираешься на потную катку, но нечего надеть? Обнови свой инвентарь на loot.farm. У нас минимальная комиссия, бонусы и огромный выбор скинов. Поборись за уникальные вещи на аукционе. loot.farm. С нами красивее. Ну, Smash, он всегда же космические темы, по-моему, да? Снимал. Срочные новости. В сторону нашей планеты движется астероид. Ого. Примерно через 30 минут он столкнется с нами. При ударе образуется взрывная волна, которая снесет все живое с лица Земли. Папа Морген? У человечества нет шансов. Волна накроет всю Землю. Мы все погибнем. Остается ждать и молиться. Прощайте. О, актера позвали. Это тиктокерша же, да? Татуировки скрыли? А что, они перепели старую песню, получается? Ну, песня прикольная была в свое время. Ну, биток нормальный, кстати. Кто это, ребят? Кто это? Опа, эффекты пошли, как у нас в монтаже. Сейчас будет соло, я так понимаю, да? Опа. Ну, блин. Облом получается. Опа. Но, блин, первая часть песни была получше, наверное. Во всех клубах застрянет на 500 лет? Да не, я не думаю. Но... Опа. Меня всегда радовали интеграции в наших клипах. Они настолько просто прям четко подходят под тематику. Вебку побольше? Псих, спасибо за 50. Я сейчас не буду смотреть. Дима, брат, спасибо. Смотри, ПЖ, мой видос. Блин, ну, честно говоря, честно говоря, ну... Как вам? Не знаю, мне первая версия больше нравилась. Знаете, какое ощущение, что... Блин. Почему именно этот трек выбрали для перепев? Ну, типа, не то, мне кажется, не то.